В Кировском районе Саратова полицейские обнаружили большой тайник с фальсифицированным алкоголем. Он хранился в гараже на территории одного из кооперативов. По объему найденного спиртного тайник вполне мог сойти за склад солидного завода. Полиция изъяла более 6500 литров фальсификата с этикетками виски, текилы, рома, коньяка, водки. Качество горячительного вызвало у правоохранителей сомнения. Выявлен факт хранения и оборота алкогольной продукции с поддельными и фальсифицированными марками известных товарных знаков иностранного и российского производителя. По результатам проверок возбуждено административное дело производства, предусмотрено Кодексом административных правонарушений, изъято более 10 тысяч единиц алкогольной продукции. По факту обнаружения паленой водки возбуждено административное дело. Нарушителю может грозить штраф до 100 тысяч рублей.